У него за спиной два больших крыла. Улыбнувшись, сказал он, летим со мной. Я на вас противиться не смогла. Отвлекать навсегда от любви земной. Не забываем мы полет, как заветная мечта. Разрываем души, лучше не будем никогда. И словно точки на земле, люди, страны, города. Разрываем души, больше не будет никогда, 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 никогда. А когда все узнали на небесах, наказание суду его предали, и за это, за все на ее глазах. Больше не будет никогда. И словно точки на земле, люди, страны, города. Разрываем души, больше не будет никогда. Никогда, никогда, никогда. Не забываем мы полет, как заветная мечта. Разве бывает лучше? Бывает лучше. И слабые точки на земле, люди, страны, города. Разве бывает лучше? Не забываем мы полет, как заветная мечта. Разве бывает лучше? Лучше не будет никогда. И слабые точки на земле, люди, страны, лучше не будет никогда, 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 никогда. Вечер, и получите настоящее удовольствие от пребывания в этом волшебном месте. Спасибо огромное! Браво! Выпускник взрослой новой волны Тимур Родригес и победительница детской новой волны 2013 София Тарасова. Ну и, конечно, браво лучшим в мире зрителям Артек! Друзья, как мы уже говорили, детская новая волна проходит здесь, в Артеке, уже 6-й год подряд. И за это время у нашего конкурса появилось много друзей, которых мы очень и очень всегда ждем в гости. Ну, есть, конечно, парочка друзей, ну, таких как Стас Костюшкин, которых мы не очень ждем. Но они знают даты и все равно едут. Понаехали тут. Соня, но есть все-таки категория людей, которым мы безумно признательны и благодарны за то, что они находят все-таки время в своем плотном графике для нашего мероприятия. Итак, друзья, встречайте наш звездный гость и хороший друг Филипп Киркоров! Стреляет новый день.
Песни, которая объединяет столько лиц, столько городов. И спасибо, конечно, Игорю Яковлевичу Крутому за возможность в очередной раз порадоваться рождению новых талантов. Спасибо. Друзья, Филипп Киркоров! Разве так провожают император? Крис! Я вообще тебя просил, когда ты выходишь со мной на сцену, не одевать каблуки, слишком заметная разница в росте. Домик, ну я же тебя просила, ты мне когда что-то говоришь, не забывай, пожалуйста, подпрыгивать, а то и так плохо слышно. Да, я ведь тебя знал совсем маленькой девочкой еще. Ну вот совсем ты не умеешь себя правильно преподносить. Мало того, что про свой рост заговорил, так еще и про свой преклонный возраст вспомнил. Ну раз ты такая умная, то давай, помоги дедушке. Слишком много имен сейчас мне придется называть. Ну что ж, встречайте, участники детской новой волны прошлых лет. Роман Волознев, Паша Артемов, Виктория Петрик, Лерика, Олег Сидоров и член нашего жюри, лидер группы «Ронда» Александр Иванов. Yeah!
глаза всегда. Я буду верить лишь в чистоту этих искренних слез. Когда забудешь ты меня, на рассвете уйдешь, оставив память лишь букет даже роз. Когда забудешь ты меня, и на рассвете сердце мое, когда укрывшись от дождя, под стареньким замком, осталось осенью наедине вдвоем. Yeah.